Итак, Клайд, позволь представить тебе. 3П старшего брата от Линкольна. Подойди, помоги, и если не помог, печенька. Это малютка, моя любимая. Не-а, это не нам. Пора мне начинать обход, а ты понаблюдаешь 3П в действии. Слышал? Первый сигнал для брата за день. Сперва подойди. Не волнуйся, Лили, твой брат пришел на помощь. Посмотрим, что у тебя с пальчиком. Как я и думал, это Бобо, а значит, помоги. О, мне жаль, что у тебя такое, Бобо, но мы его подлечим. Вау, и печенька не понадобилась. Печенька? Иногда лучше сказать по буквам. Лана! Хватит! А ты останови! Близняшки подрались. Это будет очень познавательно. Хорошо, Клайд. Что тут понадобится? Подойти? Что вы здесь не поделили? Лана должна была охранять башню с принцессой, а не атаковать! Так, Лана. Ох, охранять скучно. Атаковать круто! Клайд, есть догадки? Помоги. Я знаю, что можно сделать, чтобы вы обе были счастливы. Злой тролль атакует вашу башню! Взять его! Класс! И не понадобилось P-E-C-E-N, мягкий знак Е. У тролля печеньки! Запиши! 6-летки знают буквы! Печеньку! Хочу печеньку! Старший брат, требуется твоя помощь. Что там за проблемы, Лиза? Взрыв в лаборатории? Ядерный кризис? Нет, я ужасно захотела сэндвич. Я сейчас сделаю. Я могу обогащать уран, но нос мне брать не разрешают. А еще мне нравится, как Линкольн делает сэндвичи. Вот, держи. Поменьше варенья, корку срезал и разделил на прямоугольные треугольники, чтобы они влезли в рот. Спасибо, они просто равнобедренные, но я не буду кусать руку, что меня кормит. Линкольн, можешь помочь со стишком для школы? Нужна рифма к слову «надгробие». Злобие, подобие, клаустрофобия. Я знала, что ты мне поможешь. Пахнет печеньками малютка. Как увлекательно наблюдать за работой мастера. Я много тренировался. Отдай! Нет, ты отдай! Готов тоже потренироваться? А то! Ладно, Клайд, подойди. Девчонки, может вы просто... Это моя нога! Что вы здесь не поделили? Ты? А где Линкольн? Я временно замещаю Линкольна и буду рад помочь вам уладить разногласия. Лиза украла мою крысу Кусаку! Какую Кусаку? Это образец 57А! Ау! Но вы обе к ней привязались, и чтобы все было честно... Нужен совет. Как узнать, что встретил суженого? Вау, это серьезный вопрос. Сколько у тебя времени? Линкольн! Клайд! Помоги поставить танец ленточкой! Погоди секунду, Люси. А Линкольн вообще упоминал танцы? Бабу! Еще одну минуту, Люси. Погоди, Лола. Упс. Нет, 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 не надо. Все хорошо. Отдай Кусаку. Лиза, возьмите печеньки. Ты что? Ты знаешь, что бывает, когда Лола сердится? Я не знаю, что она от тебя хотела, но ты лучше бы вспомнил. Я тебе рассказывала про лягушиное фиаско. А я хочу узнать о лягушином фиаско. Ай, ты у нас сегодня рыгунчик-прыгунчик. Правда же он милашка? Очень мило. Кто хочет есть? Сеймур, где же ты? Я не могу доказать, что она избавилась от Сеймура, но я никогда его больше не видела. Лана, что же мне делать? Уже почти 3! Ты должна мне помочь! Ладно, ладно, только не парься!
Я знаю. Тебе надо взять и представить все, что бы она хотела, а потом сделать. Что, вообще все? Помню о Сеймуре. Да какое Лоле дело до чистоты этих стоков? Я знаю, это бред, так? Ах, Лола любит, когда дорожка чистая. Фу, я это сделал. Без одной минуты три. Удачи, Линкольн. Стой, ты куда пошла? В безопасное место. Ну, знаешь, на всякий случай. Линкольн! Уже 3 часа. Ты меня подвел. Ты знаешь, что будет, если Лулу рассердить? Прости меня, я бы сделал то, что ты просила, но я тебя не слышал. Я носил вот это и слышал только звук волн или кузнечиков. Да неважно, дело в том... Я знаю, что ты меня не слышал. А? Ты не такой умный, как думаешь, Линкольн Лаут. Линкольн, тоже не слишком много. Только честно, это супер-супер-супер важно. А, я согласен на все 100! Согласен с чем? Ты права, как никогда! Странный ты какой-то. Шум, уйди. Ну, Линкольн, ты ведь самый большой тупица в мире. Да даже не говори! Тебе так нравится подъедать за собаками? Точно сказала! Так что значит, он нас глушил весь день? Понятно, почему он не помог мне струны поменять. И духов не вызывал. И вот почему он не смеялся над моими шутками. Ага, поэтому. Я эти затычки ему знаете куда сейчас? О, нет! Нет, есть план получше. Все, что вы меня заставили сегодня делать, было выдумано? Да. Я поверить не могу, что вы меня разыграли. Да ты сам напросился, братик. Нельзя нас игнорировать, мы твоя семья. И запомни, ты тут не один, кто живет в этом шумном доме. Мы все живем. Точно. Линкольн, Линкольн, ты обещал помочь с экспериментом в лаборатории. Ладно, Лиза, можешь уже перестать. Я уже все знаю про ваши шуточки. Шуточки? Это мне пригодится. Теперь я вообще ничего не слышу! Приветствуем на конкурсе «Маленькая мисс гордость и совершенство». Я ведущий Донни Дюфрессен. Давайте познакомимся с маленькими красавицами Америки. С приветом из Роял Вудс, мисс Лола Лаут! Что там происходит? Я хочу поблагодарить моего брата и тренера Линкольна. Линкольн! Надо было догадаться! И я хочу сказать, что очень рада оказаться здесь. Извините, что задела вас. Они позорят меня! Они за это заплатят! Ура! Спортивный канал, мы снова вместе! Лана, о чем ты думала? Вспомни, что говорит Гил. На сцене рыгнуть, жюри ужаснуть. У Гил, правда, есть стишок про это. Поэтому она законодатель всех конкурсов. Так, дальше конкурс вечерних платьев. Если мы хотим выиграть билеты, больше не должно быть никаких проколов. О, осторожнее, ребята, тут доска отошла. Вроде ничего. Продолжаем. Лана, что это было? Мы же говорили про инструменты. Эх, я не могла удержаться, ведь мое призвание это ремонт. Ты должна быть гордой и совершенной. Ты хочешь попасть в молочный парк и стошнить себе в лицо или нет? Я знаю, ты справишься. Дальше идет интервью. Иди туда и будь молотком. Нет, не таким. Лола, как 6-летняя девочка может сократить государственный долг? Нет, 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 нет! По-всякому, Донни, то, что нам всего 6 лет, не значит, что мы ничего не можем сделать. Нет, Брикс! Лана, да что с тобой такое? Мы изучили все, что было в книге Гил, и в приложенном диске, и в списке материалов. Почему ты все равно ничего не поняла?
Прости, Линкольн. Что бы я ни делала, я не могу стать гордой и совершенной, как эти девочки. Наверное, со мной что-то не так. Лана, стой! С тобой все в порядке. Это я виноват. Я зациклился на том, чтобы выиграть билеты, и сам стал Гилдой Лили, которой, если уж хорошенько подумать, надо вернуться в реальную жизнь. Да, но все-таки почему я не могу быть, как они? Потому что ты — это ты. Ты неряха и грязнуля, и держишь рептилий за пазухой. Но это делает тебя особенной. И я с ума сошел, если хотел тебя изменить. Ох, спасибо, Линкольн. Дамы и господа, мисс Лола Лаут и ее прелестный танец с лентой. Ну, это я постараюсь. Забудь про танец с лентой. Почему бы не показать свой собственный талант? Правда? Хорошо, но тогда мы можем попрощаться с билетами в молочный парк. Для меня они больше не важны. Иди, будь собой. Эй, Прыкс, выдай мне ритм-бас. Моя сестричка! А это твоя другая сестричка! Стой! Это моя вина, а не Ланы! Это все я придумал! Я годами трудилась, чтобы создать себе репутацию в модельном мире, а ты взял все и разрушил! Лола, послушай! И победителем становится Лола Лаут! Лола, прости, что я притворялась тобой! Пожалуйста, не злись! Мне не нравится, что ты сделала, но ты победила, а я уважаю победителей! Я думаю, это принадлежит тебе. Нет, ты ее заслужила. Вы оба. И билеты в молочный парк тоже. Мы едем в молочный парк! Я хочу посмотреть про моду! Я хочу смотреть про пингвинов! Мода! Пингвины! Мода! Победа! А ну, дай! Лин Лаут смотрит на поле, но все закрыты. Она идет в обход защитника! И если все пройдет согласно плану, этот мой прикол станет легендой. Никакого мороженого! И снова о пингвиньей моде. Эй! Перестань! О нет! Мяч уходит! Ого, как приятно видеть, что никто не ругается. А Луан даже немного задремала. Ага, они были паиньками, никаких жертв и разрушений. Ах, ну, неплохо бы и вздремнуть. Девчонки, что такое? Что это ты затеял, Линкольн? Я? Я ничего не затеял. Просто, ну, люблю задать храпака в машине, как все парни. О, да? Тогда что это? Вы ходили в мою комнату? Сейчас эта тема не актуальна. Что за милое местечко и почему ты там? О, это худшее сиденье во всей машине. Я сяду там, чтобы никому не пришлось страдать. Тогда почему оно называется милым? Потому что это так мило. Согласно моему вычислению, милое местечко на самом деле лучшее сиденье во всей машине. По многим причинам, включая циркуляцию воздуха, удаленность предков и минимум взрывательного конгломерата на подушке. У меня месяцы ушли, чтобы это вычислить! Да что ты! Но если это лучшее место, я буду там сидеть. Я старшая. Да тебя же просто вырвет на него! Я буду там сидеть! Красота важнее возраста! Да, так что оно мое! Это мое сиденье! Нет, я его хочу! Орите, сколько!
сколько хотите, но я уже на месте. Овладение почти равносильно праву. Погоди, сейчас ты синяком овладеешь. Взять его! Да блин, я забыл, что замок сломан! Сию секунду! И чтобы духу никого в машине не было до 7 утра! Удачи с занятием милого местечка! Это плохо! Я не могу потерять это место! Даже не думай об этом, Линкольн! Я слежу за тобой! Ну, а я слежу за тобой! А я слежу за тобой! А я слежу за тобой. Ладно, мне всего лишь надо выскочить из двери первым. Всего 30 минут до начала операции «Милое местечко». Так, мужик, соберись давай! Это была моя первая машина. И первая машина папы. И его папы тоже. Так, а ну-ка все назад в дом. Путешествие отменяется. Все выходные будете сидеть все вместе в гостиной, пока не научитесь ладить друг с другом. Простите за то, что было. Ну, операция «Милое местечко» провалена. Я должен был знать, что в такой большой семье нельзя проконтролировать каждую мелочь. Кстати, в гостиной есть свое милое местечко. Оно на краю дивана, ближе к туалету, и оттуда видно телек. И оно будет моим. Мы буквально обыскали весь дом, и ничего. Простите, моя зеленая туфля – это не ничего. Может, мы упустили что-то в письме? Как мы теперь найдем деньги? Никак! Почему? Что ты имеешь в виду? Мы же только и делаем, что деремся. А именно об этом Дели де Монет предупреждала нас. Давайте так. С этой минуты, какие бы деньги мы ни нашли, будь это сокровище или четвертак, мы все делим поровну. Хорошо, давай. Отличная идея. Я готова поделить доллар, что забрала у Чарльза. Спасибо, все нормально. Не надо. О, прости, Лили. Шумные брат и сестры тебя разбудили. Эй, что там прилипло к Лили сзади? Это карта! Если вы это читаете... Вы договорились и докопались до сути. Поздравляю, вы почти у цели. Ура! Но, стоп! А как эта подсказка попала Лили на пеленки? Кому есть дело? Найдем же деньги! Тут должен быть икс. Обожаю переменные. Копай, 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 копай! У меня есть опыт в раскапывании. Копай, 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 копай! Кладов веселье для всей семьи!
Эй, малышня, в сторону все! Луна, давай копательную музыку! Без проблем, сестра! Он заперт! Не проблема! Что? В моей голове не только ветер! Разделить их поровну, то каждый из нас получит... 45.45.45.45 доллара. Да! Раз, два, три! Очень мило с твоей стороны отдать им свою премию. Собираешься сказать им, что Делида Монет был ты? Нет. Должна признать, приятно видеть, что они делят деньги, а не дерутся из-за них. Ага, план Дели отлично сработал. Разгромленный дом тоже входил в план Дели? Нет, это не входило. Ну, стоит выделить время на уборку. Идем. Что случилось? Я сейчас, милая. Это уборка! Итак, признайтесь, вы же все ищете деньги, верно? Ну да, мы ищем. И как ты только догадался, Шерлок? Вы же не поверили, что эти деньги существуют! Я должен их получить! Размечтался. Я и сама их найду. Но если я не найду их раньше... Да, мечтай! Это моё! Вы явно не усвоили урок. Марш на чердак! Должна где-то быть подсказка. Я знаю. Подумай об этом перед отражением. Что бы это значило? Отражение! Да! Я просто пойду вон туда! Протереть грязную балку! Что это? А, ничего! Линкольн нашел еще письмо! Ладно, успокойтесь! Молодцы! Вы нашли подсказку. Берегитесь, будете ругаться, как моя семья, никогда не докопайтесь до сути. Эй, народ, стоит прислушаться и перестать драться. Да, Линкольн прав. Когда мы закончим убирать, нам, конечно, надо подумать, как искать деньги вместе. Эй, Лори пошла за деньгами! Стойте! Помните, что Дели де Монет писала? Подумаешь, Дели де Монет! Тут каждый сам за себя! Нюхай деньги, малыш! Ну, пошел искать! Эй, а ну-ка выплюни! Учти, я верну доллар, даже если придется ждать, когда он выйдет с другой стороны! Властью своей я призываю тебя, миссис Дели де Монет! Скажи мне, где твое сокровище? Говори со мной, о, призрак! Давай, колись, где заначка? Что Дели сказала? Дели сказала, вон отсюда! Эй, смотри, я нашла хлеб! И еще сыр, и салат, и устрицу! Фу! Понятно, почему это выкинули. Эй, что... Эй, а ну вернись! Это мой доллар! Ты их нашла? Вот кто-то же ищи у себя! Да, почему я об этом не думал? Где же вы? Эй, назад, животные! Я нашла! А, ты нашла деньги? Нет, вторую зеленую туфлю. Значит, они внизу! Они в столовой? Или в гостиной? Комнате Лили!
буквально обыскали весь дом и ничего. Простите, моя зеленая туфля – это не ничего. Может, мы упустили что-то в письме? Почему? Что ты имеешь в виду? Мы же только и делаем, что деремся. А именно об этом Дели де Монет предупреждала нас. Давайте так. С этой минуты, какие бы деньги мы ни нашли, будь это сокровище или четвертак, мы все делим поровну. Хорошо. Хорошо, я согласна. Отличная идея. Я готова поделить доллар, что забрала у Чарльза. Спасибо, Все нормально. Не надо. О, прости, Лили. Шумные брат и сестры тебя разбудили. Эй, что там прилипло к Лили сзади? Это карта! Если вы это читаете, вы договорились и докопались до сути. Поздравляю, вы почти у цели! Ура! Но, стоп! А как эта подсказка попала Лили на пеленки? Кому есть дело? Найдем же деньги! Тут должен быть Икс. Обожаю переменные. Линкольн, скажи что-нибудь. У меня вся жизнь сейчас пролетела перед глазами. Давай я. Я читал статью «Не надо плакать, это просто кака». Как странно, твоя жизнь перед моими глазами пролетела. Это же просто химическая атака! Химическая атака, говоришь? Сестра с увлечением органической химией бывает полезна. Верно, но я хотя бы не чешу бородавки тети Руфь. Проход запрещен. И мы не будем об этом вспоминать. Ой, кажется, кому-то пора, баиньки. Не сейчас, Клайд, нам надо смотреть за ребенком. А, ты про Лили. Итак, прекрасная принцесса Лори и отважный сэр Клайд зажили счастливо вместе. А глупого сэра Бобби живьем сожрал уже. Так, хватит, Клайд, у нее будут кошмары. Да! Да! Чем займем себя теперь? Фильмами про зомби? Все хорошо, Лили. Засыпай опять. Ты не читал книгу, как укладывать детей спать? Конечно! Детский сон – миссия невыполнима! Там сказано, что дети любят белый шум. Это напоминает им об утробе. О, нет! Это мама! Она не должна все это слышать! Привет, мам! Привет, милый! Как там у вас дела? Отлично! Все как по маслу! Мне кажется, или Лили плачет. А, это! Ну да, у нас тут совсем маленькая сложность с укладыванием ее спать. Знаешь, что мне всегда помогало? Отнеси ее в парк, там она успокаивается. Спасибо за совет, мам! Пока! Что случилось? А, прости, Линкольн, я не смог закрыть все краны вовремя. Пойду принесу швабры. Грудничковый парк. Класс, твоя мама знает, что делает. Наверное, она читала, как понять ребенка. Хорошо, Лили, поиграй с маленькими друзьями. Мы будем совсем рядом и присмотрим. Лили убегает! Ай-яй-яй-яй-яй!
Барби. Попалась! Это невежливые дети! Лили! Пойдем домой, Лили! Да, это был кошмар. Но лучше, чем есть пудинг с плесенью тети Руфь. Все хорошо, не плачь. Эй, тебе не кажется, что Лили изменилась? Это же не Лили! Мы взяли чужого ребенка! Это мама, они едут домой! Наверное, это можно было сделать по-другому. О, в чем дело, Лили? Нужно одеяльце? Все хорошо, Лили. Вот твое одеяльце. Деньги. В доме Лаудов их никогда не бывает особенно много. Фу! Гадость! Вот поэтому, если находишь тут деньги, даже самые мелкие, их сразу нужно куда-то спрятать. Джекпот! Я слышала деньги! Десятка! Нет, четвертак! Это невозможно! Деньги не издают звуки! Разве ты не слышал фразу «деньги говорят»? Этот четвертак говорит «давай меня сюда!» Это мое! Народ, разделим его 40 на 40. Нет, вы его не получите! Я по-честному нашел его в диване! Минутку! Если там был один четвертак, то может быть еще! Из-за чего они дерутся в этот раз? Из-за пятака под кушеткой? Нет, из-за четвертака в диване. Надо остановить их, пока не начали кусаться. Поздно! А ну все наверх и наведите порядок в чулане. В наказание за драку из-за денег. Это наказание и цента не стоит. Наверх! Но шутка неплохая. Я хочу, чтобы весь чердак сверкал. Особенно дальний угол. Но дальний угол был моим любимым тайным местом. Это Линкольн виноват, что мы тут. Вот ему и убирать. Осторожно, там доска в полу гуляет. Какая доска гуляет? Дурацкая гуляющая доска. Эй, а это что? Будущие жители дома 1226 по улице Франклина. Моя семья ругалась из-за денег, и я решила оставить вам свое состояние. Надеюсь, вы его разделили. Чтобы найти следующую подсказку, подумай об этом перед отражением. Подпись «Миссис Дели де Монет». Первый владелец. Народ, смотрите сюда! Я нашел письмо от первого владельца! Пишет, что спрятала в доме деньги! Да, хватит, Линкольн, хватит филонить. Ты не выйдешь отсюда, пока не приберешь. Да! Ладно, я тогда сам все найду. И когда найду, все будет моим. А куда все подевались? Лиза, что ты делаешь? Я просто калибрую свой детектор глупых людей. Откалиброван. Люси, видишь что-нибудь? Лин, что ты делаешь? Кто я? Ничего. Просто скинула белье в подвал. Белье не может так кричать и ударяться. Но любопытные братья могут. Хорошо, хорошо. Прости, Люси! Все нормально. Я нашла новое тайное место. Ты что-то ищешь, Лола? Нет. Я просто тренируюсь перед конкурсом «Маленькая мисс Трубочист». Тут ничего нет. Ну, должно же быть. Давай ищи лучше. Передай мне фонарик. Быстро прячься! Что вы задумали? Просто репетирую на ударных. Кто-нибудь ответьте на звонок в голове. Фу, что это такое? Не топчи мои туфли. Я тебе лицо оттопчу, если не пошевелишься. Давай побыстрее закончим это.
Почему мисс Демонет просто не написала, где деньги? Не знаю. Спросим ее. Стоп, это просто старые декорации на Хэллоуин. Эй, что вы тут делаете? Пыль протираем. Стоп, я думала, что мы ищем деньги. Я так и знал. Итак, признайтесь, вы же все ищете деньги, верно? Ну да, мы ищем. И как ты только догадался, Шерлок? Вы же не поверили, что эти деньги существуют. Я должен их получить. Размечтался. Я и сама их найду. Но если я не найду их раньше. Да, мечтай. Это мое. Вы явно не усвоили урок. Марш на чердак! Должна где-то быть подсказка. Я знаю! Подумай об этом перед отражением. Что бы это значило? Отражение! Да! Я просто пойду вон туда! Протереть грязную балку! Что это? Ничего! Линкольн нашел еще письмо! Ладно, успокойтесь! Молодцы! Вы нашли подсказку! Судьи проголосовали, и победителем становится... Лана сводит меня с ума! Ее животные провоняли всю комнату! И смотри, что она сделала с куклой! Мама! Зачем она это сделала? Я-ха! Волосы в подмышках! И победителем становится... Люси развела на моей половине летучих мышей! Одна из них укусила меня, и ей это понравилось! Не слишком ли ты себя накручиваешь? Я уверен, что летучие мыши... пора тебе бежать! И победителем... Лори самая худшая соседка во всем мире. Она сломала мою любимую заколку. Это... А ты смотришь «Операция Десертный шторм»? Обалденно, что Линда выиграла. Линкольн, ты видел, кто выиграл в финале? Нет, но я уже слышал, кто. Я рад, что это была Линда. Слойки с кремом от Тони суховаты, да? Ты в порядке? Это землетрясение? Нет, это просто мои сестры делят дом между собой. Жаль, что они не ладят так хорошо, как мы. Совместимость почти 100%. Это точно. Если бы не разный вкус в специях, мы бы набрали все 100. Стоп, ты же подал мне идею! Собираешься бросить горчицу и начать жить на майонезной стороне? Я собираюсь решить проблемы сестер. Не секрет, что вы испытываете неудобства с соседями. Ну, я могу вам помочь. Мы с Клайдом прошли невероятно точный тест на совместимость. Если вы его пройдете, мы узнаем, кто кому может стать идеальной парой. А потом вы поменяетесь комнатами. Я уже готова на что угодно. Это была последняя кукла с волосами. Расслабься, они отрастут. Нет, так не бывает! Давайте пройдем тест. Круто. Я буду читать вопросы, а вы записываете ответы. Номер один. Какой ваш любимый цвет? О, зараза, неправильно ответила. Один час спустя. Народ, я обработала результаты. Новыми соседками станут Лана и Лин. Они совпали на 90%. Луна и Лиза, чьи вздорные личности набрали столько же общего. Лола и Люси. У них обеих есть склонности к драме. Наше совпадение – это самое безумное, что случалось со мной в жизни. Я шокирована просто до смерти. Луан и Лени, потому что они обе любят посмеяться. Выше нос, Лени. Чего ты еще хохотела? Это было так смешно! И, наконец, Лори и Лили. Да что у нас может быть общего? Линкольн, а вот значит и мой двойник. Снег с крыши еще не сошел, а? Конечно, пап. Мы устроили весеннюю уборку, так что все сестры просили меня передать привет. Скажу тебе, весна всегда будет во мне желание петь. Не позовешь-ка Луну сюда? Сестры Лаутсос, все домой срочно! И я так хочу быть с тобой! Прыжок со сцены! Браво! Трюк вы
вышел лихой, но я хочу послушать шутки от Луан. Что делает Варвара на базаре? Сует везде свой нос! Понял? Умора! Ну, позови близнецов. Я хочу говорить с папапом первой! Нет, я первая! Девочки, девочки, вашего папапы хватит на всех. Потом надо мной посмеетесь. У нас сейчас папап на видеочате, и он хочет видеть всех нас. Я с ним поздороваюсь. Постой, я уже был тобой. И тобой я уже был. Мне нужны Лин и Ленни, срочно. И я купила его всего за полцены. Это очень странно, ведь платье было целым. Папап хочет поговорить с Лизой. Лиза еще не вернулась. Уже вернулась, иди. Но я знала, что не хватает одного важного компонента. Оказалось, это содиум софицизм. Я уже виделся с Лори. Позови-ка еще раз смешную. Я забыл сказать Лили кое-что. Нет, я про Лени. О, или про Лизу. Кого это ты изображаешь? Лан? Си. Суперумник такой! Одноглазый Джек такой. Папап, белые волосы, сустав, мягкие тапки, не скользящие. Папап. Папап, Бобби был таким милым, что я буквально забыла, что нас всех ждет забвение. Кажется, все, закончили. Нет, папап хочет со всеми попрощаться. Вместе, сейчас. Ну, детишки, порадовали вы старика. До скорого звонка. Пока, папап! Ого, это было приятно. В следующий раз лучше найду качки. Фетелор, trebuie să găsim și noi ceva. Carnavalul distracției în familie de seară și noi nu avem nimic la proba de talent. Ah, știu eu! Ce-ar fi un număr la trapez în familie? Doar pentru că tu s-ai fracturat fiecare os de la maxilare până la metatarsiene nu înseamnă că vrem și noi. Știu eu! Ce ziceți de un concurs de frumusețe al familiei? Nu contează! Ar lua ani de pregătire! Eu zic să ne trădim coligători! Lana, asta e o idee îngrozitoare! Ai dreptate! Mai bine prindem viței! Ne trebuie ceva ce putem face toți. Atunci să facem ideea mea. Nu, ideea mea. Nu, a mea. Nici gând. Am găsit răspunsul. Să facem o formație de familie. Dar literalmente nu avem talent muzical. Da, n-aș putea duce un ton nici dacă ar avea mâner. Cum zice idolul meu mic Jeghi, rock and roll-ul nu-i despre a fi cel mai bun, ci despre a te distra. Acum, cine vrea să se distreze? Fetelor, un pic de ajutor? Ah, scuze, Lincoln. Ce e cu zgomotul ăsta înfricoșător? Se ceartă iar pisica cu bursucul ăla? Nu, tată, noi suntem. Ne facem o trupă de familie. Oh, știți? Bătrânul vostru a fost într-o trupă, deși s-a terminat într-o notă nefastă. Tipule! 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 Afară din trupă! Păi pot să vin trupa noastră! Hei, dacă insistați toți... Căpau! Eu sper sincer că nu e contagios. În regulă, tipilor, să încercăm bucata asta. Se numește punga de plastic zburând prin mocirla vieții. Versurile de Lucy. Muzica de subsemnata. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tipilor, Charles
бокал! Салют, бокато! Ce-ai spus? Nu te aud bine! Stai o secundă! Haideți, exersați acolo! Și să nu uitați, nu-i despre a fi cel mai bun! Totul e să te distrezi! Oh, ai aflat, colega? Mick Jagger e în oraș! Va fi cu ochii după talente locale la carnavalul distracției în familie! Mick? În oraș? Asta poate fi marea mea șansă, omule! Și acum aș vrea să vă prezint cea mai mare descoperire muzicală din cei 40 de ani de carieră, Luna Loud! Luna! 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 Mulțumesc de telefon, amice! Am treabă acum! Multă treabă! Oameni buni, de la început! De rata asta să încercăm să sărim un interval! Eu nu am instrument! Ce-ar trebui să cânt? De ce nu cânti în fundal? În regulă, familie! 1, 2, 3! În fundal, în fundal, în fundal! Nu, Lenny! Nu trebuie să zici chiar cuvintele în fundal! Cânti ce ai pe foaie! Am înțeles! Ce ai pe foaie? Ce ai pe foaie? Ce ai pe foaie? Tare, tată! Ai putea să te omolești un pic cu un tempo? Nu pot să pornesc tuba asta deloc! Geo! Pune trompetă, surioară! Băieți, putem să ne concentrăm? Trebuie să... Tată, tată! Asta-i, amice, ai prins-o! Tată! Ups! Tipilor, asta e cea mai nereușită repetiție din câte am văzut! Dar ai spus că nu contează dacă nu suntem buni. Uite ce am spus, prietene! Mick Jagger va fi la concert! Mick Jagger? Blană! Nu, nu-i deloc blană! Asta e șansa mea să fiu descoperită și voi, tipilor, stricați totul! Tată! Tată! Все хорошо, Лили! Засыпай опять! Ты не читал книгу, как укладывать детей спать! Так, Мишель, я немного подумала. Внесем еще пару изменений. Что ты там задумала? Ну, может быть, я исполню другую песню. И еще выступлю в своей одежде и под своим именем. Милая, это уже не пара изменений. Я знаю, но... Давай-ка я тебе объясню. Или выступаешь как Лулу, или не выступаешь. Это понятно? И следующая конкурсантка из Royal Woods, Мичиган. Это Луна! Прошу, поприветствуйте нашу Лулу! Лулу? Это какой же стыд! А я-то называла ее Луной все эти годы. Простите, я ужасно ошибалась. Это не я, я не Лулу. Я Луна Лауд. Моя! Рок-н-ролл по струнам потечет, и музыка мой разум унесет. Мне не нужно наставлений, я свой путь найду. Громче звук, не заглушишь им сердце стук. Громче звук, сделай друг. Живу им, дышу им, мне нужно только громче звук. Громче звук, я горжусь, я пишу лес ваших рук. Громче звук, он взорвет твои динамики, друг. Ты дисквалифицирована! Не желаю я здесь быть второй. Бой без правил, вот мой путь прямой. По-любому, без сомнений, это рок-н-ролл. Громче звук, не заглушишь им сердце стук. Громче звук, сделай друг. Живу им, дышу им, мне нужно только громче звук. Громче звук, я горжусь, я пишу лес ваших рук. Громче звук, он взорвет твои динамики, друг.
заряд динамики, звук! Заряд динамики, звук! Ты вообще понимаешь, от чего отказалась? Да, но знаю, что я сохранила настоящую Луну Лоу! Сегодня день смеха. Да, 1 апреля. А значит, чокнутая Луан устроит всем настоящий кошмар. Да, она не выглядит чокнутой на школьном фото, но поверьте, сегодня все изменится. Луан использует этот праздник как предлог, чтобы мучить семью своими пранками. Как-то она устроила великий горчишник. О, нет, она острая очень! Массовое удаление волос воском. О, я даже не смею показать вам это, но я могу включить звук. И невозможно забыть то, как она спустила наш дом вниз по реке. Все хорошо, все хорошо, все. Но, к счастью, в этом году все изменится. Мы предприняли радикальные меры безопасности. Лиза сконструировала надежный защитный куб с дверьми, устойчивыми даже к взрыву. Никто в мире не сможет оттуда сбежать. В прошлом мы пытались закрыть Луан с вечера, но это не сработало. В этом году заперли за неделю. Не волнуйтесь, мы принесли питомца, чтобы не скучала. С ней все хорошо. Линкольн! Ничего, Линкольн, тебя к этому готовили. Не дай сбить себя с толку. Принесешь мне... Прости, в горле пересохло. Принесешь мне сока? Или выпусти меня, наконец? Я говорила, что мне надоели розыгрыши. Я взрослая девушка, слишком большая для детских шуток. Ты это всю неделю говоришь. Мы все равно тебе не верим. Кто-то другой спустится. Желающие, тройной десерт всю неделю. Оно того не стоит. Спускайся. Лола, не толкайся. Привет, Луан. Я принес тебе завтрак. Прости, его так легко напугать. Нам досталось от пранков, Луан. Но в этом году папа попрощается с язвой на почве стресса. Этот день смеха официально обезврежен. Луан, ты меня заколбасила! Да это не я! Как я отсюда что-то сделаю? А? Чтоб его, Луан, слишком большая для шуточек, а? Линкольн, стой! Это не я! Честно! Упс, берегись, Чарльз! Нас обмазали! Мы бутерброды с вареньем! Я думала, мы эту чокнутую заперли! Заперли? Она сейчас в подвале! Я только что оттуда! А тогда что происходит? Не ходите на кухню, народ! И к камину не приближайтесь. Ваш отец прав. Быстрее идем в бункер Лизы. Кто-нибудь включит свет? Придержи лошадей. Я ищу выключатель. Нас рассекретили. Отступаем. Во имя транзисторов. Спасайтесь. Все в гараж. Луан, прекрати немедленно! Я же сказала вам, что бросила пранки! Здесь появился еще один шутник! Значит, что я не могу веселиться! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ладно, в этот раз вместо Марко Поло давай используем наши имена! Хорошо, значит, я... Линкольн? Да, ты совсем не понимаешь смысл этой игры. О, привет, Линк!
Привет всем! Что тут у вас? Ну, раз у тебя была идея купить себе бассейн, мы решили... Слить наши деньги в этот бассейн! Не будь такой лапшой! Ау, ты не хочешь к нам? Есть еще место для одного. Вы пустите меня в ваш бассейн, хотя я и прогнал вас. Что ж, ты был довольно грубым. И даже эгоистичным. И вредным. И свисток забрал. Но это не значит, что тебе нельзя в наш бассейн. Правда? Ну, да. Когда мы вместе, это веселее. Да, все 10 вместе. Лени, нас же 11. А, да, точно. Я забыла Марко. Ну, раз так, бомбочка! Бомбочкой не прыгать. Да, чувак, в это лето мы без бассейна. И где нам теперь охлаждаться? Я достану замороженную смесь. Спокойно, народ, у меня есть то, что нужно. Так что выходит бассейн, да и вообще все интересные штуковины намного веселее, когда в них участвуют все. Вонючая авария! До полусмерти напугала. А я напугаю окончательно. Как твой тест, братец? Ты блеснул? Нет, я получил 2! О, и грустный смайл. Плохи дела. Зато у меня есть хорошая шутка. Дошло? Не понимаю. Я думал, я знаю ответы. Мисс Димартино точно оставит меня на второй год. Стоп. Мисс Димартино? Да, она у нас замещает с тех пор, как миссис Джонсон сломала ногу, катаясь на механическом быке. Чувак, понятно, почему ты лажаешь. Мисс Ди такая красотка, что у парней рядом с ней чердак сносит. Да, и Бобби чуть не остался на второй год из-за нее. Конечно, это был Д.Л. Долори. Иначе бы он ее не заметил. Но со мной такого быть не может! Или... Помните, народ, это больше, чем сегодняшний ужин. Этот жареный сыр должен перевернуть души и сердца. Жареный сыр? Я хочу испечь торт. Я не могу есть торт на ужин. Я же сорвусь с диеты. Сделаем пастуший пирог. Это любимое блюдо Мика Шлягера. Эй, народ, я знаю, сделаем гуляш. Мы это затеяли для того, чтобы не пришлось есть гуляш. А я по нему скучаю. Могу я предложить нечто более изысканное? К примеру, суп висицуаз? Не, нам же нужно топливо. Я смешаю протеиновых коктейлей. У тебя в голове смешалось, если думаешь, что я буду пить эту рвоту. Стоп, нам можно пить рвоту? Правда? Я говорю, жареный сыр. Никакой рвоты! Народ, народ, стоп. Мы устроим шведский стол. Каждый готовит свое блюдо. Отличная мысль. Так у нас нет причин воевать. Ух, это мое! Я хочу сделать из него омлет. Оно должно протухнуть до черноты. Поглазейте на мою глазунью. Дошло? Буквально. Мой вишицуаз! Мой торт! Ребят, у вас там все в порядке? Да, все в порядке. Супер! Хорошо, а то мы изголодались по ужину. Надеюсь, вы уже готовите его к выносу. Народ, у нас ничего нет. Поражение – это не вариант. Мы должны что-то подать, иначе будем есть все те же 7 ужинов вечно. Привет, Лин. Привет, Люси. Лин, можешь помочь со стежком для школы? Да. Моя подруга попросила на обед кровяные колбаски. Подруга? Я не вижу. Никого не впускать и никого не выпускать. Скажите прощай, королеве нельзя. И здравствуй, королю можно. Можно музыку! Можно грязь! Серьезно? Болтать по телефону! И можно играть в видеоигры! Супер-мега-боевой турбо-файтинг 24! Раунд первый, бой! Ладно, веселитесь. Только сильно с ума не сходите.
не смог приручить Клиффа к лотку. А, серьезно, Клифф? Нельзя играть на гитаре! Нельзя драться едой! И горных великов! И нельзя проводить экспериментов! И кем ты себя возомнил? Лори? Нет, я не... Лори! Эй! Никого не впускать! Никого не выпускать! Босс приказал! Это был мой приказ! Пусти меня! Вы должны сделать шаг назад, сэр! Прости меня за это, Лола! Нет-нет-нет, ты меня прости! Кто-нибудь еще? Да уж вряд ли! Гео, хочешь вкусняшку? Они в моем заднем кармане. Давай, достань. Еще чуть-чуть. Ой, слишком. Молодец. Лори, Лори. Ха, я знала, что не пройдет и 5 минут. А прошло меньше 5 минут? Там внизу полный дурдом. Ты должна помочь мне. Не-а, я так думаю, Линкольн. Ты это уладишь. Я не могу! Ты единственная, кто может удержать этот дом от превращения в кучу обломков! Или пепла. И? Я не смог приучить Клиффа к лотку. И? Извини меня. Это все, что я хотела слышать. Погнали! Я не знаю, как ее обойти. Она просто зверь! Блестки! Блестки! Изящно. Видишь, о чем я? Запоминай. Мама и папа будут дома через 10 минут. Блестяще. Да, с возрастом узнаешь пару фокусов. Эй, ребят, не видели мой проездной? Сумочки проверила. Спасибо, нашла. А никто не брал кредитку? Проверь сумочку! О, точно! Стоп, мой список покупок! В сумочке, женщина! Килоты, джинсы, свитер с помпонами. Идешь в магазин Лени? Не просто в магазин. В Ренингере будет двухдневная распродажа со скидкой 25%. И я заготовила список покупок моей мечты. Привет, новый гардероб! Удачи! Здравствуйте, Лени! Ну вот, куда я положила сумочку? В руках! Вот и я! Ты в порядке, Лени? На тебя напал медведь! Где покупки? А я ничего не купила. Что? Почему? Ну, такие покупатели бывают. Иногда они тебя хватают и толкают, и царапают, и пихаются. А, стой! Ты позволила кучке жадных завсегдатаев все отобрать? А, да ладно, я просто перешью старую одежду. Ура! Бедная Лени. И вот так всегда. Слишком милая себе во вред. Да уж. Ее покорная природа делает из нее жертву. Она как детеныш антилопы в парке Серенгети. Нам надо научить ее быть пожестче. Немного позлее. Более агрессивной. Да! Прямо как мы. Лени, не хотела бы ты вернуться на эту распродажу и купить себе все, что хочешь? Да ничего, я в порядке. Вот, я превратила бальное платье в джинсы. О, стоп, теперь у меня нет платья. О, сделаю новое из других джинсов. Лени, ты должна уметь за себя постоять. Да, ты хочешь быть как вялая свекла в спагетти. Ну, почти так. Ну, не волнуйся. Мы научим тебя, как стать более напористой и решительной. Ну ладно, если вы хотите. Я всегда рада, когда вы рады. Придется немало поработать. Завтра ты вернешься в этот магазин обновленной Лени, а она не позволяет влезать в очередь впереди нее. Поехали! Итак, ты первая в очереди в ванную. Не позволяй никому слить тебя отсюда. Дошло? Не дошло. Но не волнуйся, никто здесь не пройдет. На подходе сюрприз из папиных тако с сюрпризом. Ой, пропусти меня туда, Леней. О, бедняжечка, проходи скорее. Хороша. Посмотри, как работают профессионалы. Лори, ассистируй. Я тороплюсь, Лола. Дай мне пройти. Почему ты такая сильная? Надеюсь, тебе нравится вкус половиц.
Схватить, свалить, фразочка. Поняла. Урок второй. Новая Лени не боится брать то, что она хочет. Потрясные ткани лежат на том прилавке. Но несколько человек блокируют путь. Что ты сделаешь, сеструха? Я доберусь до тканей. Простите, вы не подвинетесь? Нет? Подожду, пока будет можно. О, ну же, покажите, как надо. С удовольствием. Раз, два, с дороги! Мне этот свитер. Бежать, блокировать, танцевать. Поняла! Проснись и пой, Лили! Сегодня нам надо так много... Теперь принимает игрок 2, Лили Лаут! Лин, что ты делаешь? Друг, ты не единственный в этой семье, кому не с кем поиграть. Лили будет моим спорт-партнером. Эй! Это моя идея, я заберу ее! Она не твоя вещь, она хочет быть со мной! Встречайте Луан Лаут и ее замечательную куклу, Лил Лил! Назови мне любимую певицу, леди... Кака! Твое любимое гавайское блюдо? Кака! Эй, это не кукла, это мой отбивающий! Нет, она моя! Лили? Это бабушка Харриет. А это Абрахам Линкольн. Люси, что ты делаешь? Знакомлю Лили с друзьями-призраками. У нее уже есть друг, это Линкольн. Вздох. Черный не твой цвет. Оранжевый. Зараза! Ну? Дилан выберет лишь одну девушку, с которой проведет всю жизнь. Надеюсь, что Марисоль. Да, ты права. Может, он будет счастлив с Тиффани. Верни ее мне, Лори! Почему это еще? Я ждала все эти 17 лет, чтобы кому-то в семье понравилось то же, что и мне. На помощь! Ох! О, наконец-то! Я забралась сюда показать Лене свои журналы мод, но теперь не могу выбраться из детской камеры. Опля, кроха! Иди сюда, Лени. Агу! Да ладно, Линкольн. Никто в этой семье не соглашается стать подопытной морской свинкой. Лиза, она же ребенок. Я же собиралась потом дать ей конфетку. Слушайте, все держитесь подальше от Лили. Она маленький Линкольн. Что? Да елки! Она не хочет дурацкое чаепитие, она хочет играть с ящиком. Нет, не хочет. Нет, хочет. Нет, не хочет. Нет, хочет. Так, верните ее, у нас концерт не окончен. Она мой подопытный. Мы говорили с прабабушкой Харри. Мы играли в мяч. Мы готовимся к стендаперским гастролям. Мы смотрели мои журналы. Мы смотрели свидание с Диланом. Кстати говоря, Лори, бабушка Харри знает, что ты отдала ее брошь. И она этому вовсе не рада. Отдайте нам Лили! Ты куда намылился? А, я это заберу. О, не заберешь! Упс, прости, Линк. О, прости, кукла. Лили невидимка? Бу. Бу. Каждый хочет, чтобы Лили была мини-он, так? Что ж, есть только один способ это решить. Пускай Лили выбирает. Итак, кому поползет Лили, с тем она и хочет быть. Согласны? Давай, вот суперумник. Ты хочешь стать моим другом? Подача и удар. Ящик. Смотри, какой журнал. Марисоль. Сахар. Лили, иди сюда. Давай, Лили, ползи ко мне.
Хочешь тусить с младенцами? Давай тусить! Эй, смотрите! Лили ползет ко мне! Не-а, ко мне! Ко мне! Ко мне! Она выбрала Клайда! Я хочу что-то сказать тебе, маленькая воровка друзей! Ты совершенно очаровательна! Неудивительно, что все хотят тусить с тобой! Клайд, зачем ты надел подгузник? Ты променял меня на Лили. Я думал, это единственный способ вернуть твою дружбу. Что ты? Я тебя не променял! Ты мой лучший друг! Полотенко! Ее полотенце! Конечно! Теперь я все понял! Мы не изменим Лили! Что бы мы ни делали, она хочет то, чего хочет сама! И потом, я забыл, у меня есть тот, кто любит то же, что и я! Что скажешь, Клайд? Погуляем? Прости, Линкольн, у нас с Лили свои планы. Эй, Лили, кто любит молоко? И у кого два пальца? У этого парня! Поверить не могу, что нас выгоняют из-за тебя! Можно мне купить хлопья? Нет! Ну-ну-ну, мой зомби-мозг! Да! А теперь уходим, пока нас не выгнали! Давайте, народ, идем, шевелитесь! Зацени, детка! Пупсичек, ты потрясающий художник. Нет, детка, это ты чудесная муза. Идем! Хватит, Линкольн! Не хотим уходить! Я уже настолько близок к покупке моих хлопьев и не хочу, чтобы вы все испортили! Стоп! Что значит твоих хлопьев? Я договорился с мамой. Если у меня останутся деньги после покупок, я могу купить зомби-мозг! Если ты получишь что-то, то и я хочу. Да, я хочу коржики принцессы. А мне черный пудинг. А я восполню свой содобикарбонат. Хочу собачье печенье. Это для Чарли, я клянусь. Хотя они полезны для моей шерсти и зубов. Ни за что, на это нет денег. Ну будут, если уберем это. Отдай обратно, я чуть не надорвался ради них. Я думал, что уже избавился от тебя, а теперь вон из моего магазина. И сестричек своих с собой забери. А это я заберу. Но! Мой зомби-мозг! Пупсичек, швабру мне! Ну, просто прекрасно. Теперь мне придется закупаться в соседнем городе. Прости, мама, это не только моя вина. Не хочу слышать. Ты сказал, что сможешь справиться с покупками, но это явно не так. Но зомби-мозг! Можешь забыть про эти хлопья, Линкольн. Но... И разговор окончен. Надоел один и тот же завтрак? Так попробуйте зомби-мозг. Хлопья, которые превратят вас в живого едока. Теперь с новым вкусом живые устрицы. Мозг! Очень смешно, народ. Я не в настроении. О! Эй! Мозг! Вы купили мне хлопья! Меньшее, что мы могли сделать. Ты ведь не получил их только лишь по нашей вине. Я могу вам сказать только одно. Мозг! Футбол? Да ладно, мам, ты знаешь, спорт не мое. Ай! Я знаю, милый, но ты не оставил мне выбора. Так или иначе, но тебе нужно двигаться. Мам, стой! Смотри, я сейчас двигаюсь. Ай-ай, судорога! Определенно, я не игрок в футбол. Но, к счастью, в большой семье всегда есть кому помочь тебе. Травма, чтобы не заниматься спортом? А, это можно устроить. Только не лицо. Посмотрим. Полегче, ладно? Посмотрим! Я тебя устрою! Ай-ай, судорога! Нет, больно! Вот тут борьба! Круто! Лола, неспортивное поведение! Он
почему же ты этого хочешь? Футбол круто! Может быть, для тебя. Я даже не знаю, как играть. И еще, меня просто порвут. Вот это точно! Да хватит! Иди-ка в душ! Ты забыл про свое секретное оружие? Меня! Я научу тебя всему, что знаю про футбол. По рукам. Упор лежа и двадцатку. У меня есть только 5. Спортивный парк. Пас! Если вы, клоуны, закончили, нам нужно поле. У нас тренировка для младшей футбольной лиги. И вы тоже играете в младшей лиге? Вы из какой команды? Мы пацанятые плевуны. Вы-то из какой команды? Королевские лесные кочеты. Кука-карику! Отличный девиз. Вот когда сольете нам, тогда накукарекаетесь. Ага, я-то из вас перьев понадергаю. Вам очень повезло, что я не играю. Вот я бы вам устроила. Ну, конечно, метелочка. Лин, это отличная идея. Ты можешь притвориться мной и играть за меня. Да сейчас. Класс, я на месте. Привет. Люси, что ты здесь делаешь? Я прихожу сюда подумать. Я написала новый стих под названием «Вентиляция». Грабителю не удастся вынести ничего под мышкой. Дошло? Это мышеловки. Что, серьезно? Привет, Бобби. Моя команда по роллер-дерби поможет патрулировать. А у них есть опыт работы в полиции? Нет, но они могут делать так. Вы приняты. Добрый вечер, мои исходники. Нам нужно провести стандартный полный обыск. Что это вообще тут происходит? Мистера Грауза ограбили. Пришлось подкачать безопасность. Мы взяли вашу кредитку. Дети, я рад, что вы так стараетесь, но вы слегка перегнули палку. Это слегка? Нам не нужны все эти процедуры. Мы запрем двери и окна, и этого хватит. Ну, все, пошли спать. Ну, ладно. А мне все равно нужны эти образцы стула. Спасибо, что притворились ограбленным. Я думаю, дети усвоили урок. Я бы напугал их и бесплатно, но с радостью возьму ваши кексики. Закрыть. Папа бы мной гордился. Боевые посты! Грабитель в непосредственной близости! Ой, бублики, что ж нам делать? Он заберет все наши вещи! Возьми себя в руки, женщина! Спасибо, это помогло. Но я тебя отомщу. Не утруждай себя, не стоит, Чарльз. Хлебни горячего жира! Ну ладно, застывшего жира. Держите строй плотнее, дамы. Мы это отрабатывали. Стоп, стоп, я узнаю эти танцевальные туфли. Прочь! Папа! Я здесь просто прогуливался, а дверь заперли. Ой, ужин! А вот они! Пам-парам-пам-пам-пам!
Лори, Бобби, мы оставили вам место. Нет, мы оставили место. Может, мы сядем посередине? Вот, попробуйте мой фарш из кожи индейки, тебе понравится. Но сначала попробуйте тамалис, я добавила больше специй. Ха-ха-ха, больше специй, как мило. Они хотят не горячего, а сладкого. Вот, дети, попробуйте мой картофель в зефире. Ха, откуда ты знаешь, чего они хотят? Они точно будут рады моему паштету из печени индейки. Я хочу произнести тост. Бобби, Лори, я просто хочу сказать, как много для нас значит то, что вы с нами. Не уверена, что смогу договорить. О, мама. Извините, вы позволите? Я уверен, это много значит для вас. Но при всем уважении для нас еще больше. Что ж, Гектор, это маловероятно, потому что для нас ничего нет важнее, ясно? Неужели? Да. Вы серьезно? Да, это серьезно. Забудьте про тост. Я гораздо лучше выражу это музыкой. Мы любим Бобби, Лори больше всех на свете. За семью! Ой-ой, как ты посмел? Усмирите своих детей. В этом доме отмечать опасно. Ну, если вам не нравится, вы можете уйти. Не ты, Бобби, ты останься. Так вот, чего вы хотите? Украсть у нас милого Роберто! О-о-о! Как будто вы не пытались Лори украсть. Вот что, милочка, у вас это не выйдет. Папа, Фрида, прошу, хватит! А ты в это не лезь! Да кто захочет тут у вас штаны просиживать и давиться вашей сухой птицей? Индиго-сюлупи очень вкусный. Может, проблема в вашем пресном соусе? Кто-то здесь сказал соус? Нет, они его не заслуживают. Ошибка, ошибка. Бип-боп-боп-бип-боп-боп-боп-боп. Моя живопись! Уже. Я знаю, как решить спор. Да, армрестлингом! Погнали! Нет, давайте спросим Лори и Бобби, где они хотят отметить праздник. Ха, а куда они денутся? Что ж, прощай, юная леди. Ныне мы держим путь на большой карнавал. Знай, тебе пора верой и правдой служить нашему поместью. Я не знаю, что это значит, но спасибо. Папа имел в виду, что у тебя все получится. Главное, не подожгите дом. Я справлюсь. Всего на вечер. Я старшая. Что у вас тут происходит? Лола хочет забрать мои деньги. Это мои деньги. Я их увидела. Зато это я выловила их из канавы. Ну, хватит. Перестаньте. Прошу. Да, это я. На меня набрызгал скунс. Он сперва не хотел этого делать, но я его уговорила. Ленни, есть место в холодильнике? Ага, это желе из лайма? Нет, селезенка. Ленни, ты тут? Отдавай! Да, у нее официально кукушка слетела. Конечно, Лори справилась бы с этим с секунды, бедняжка. А? Лори! Точно! Лори, спасай! Майя и Па уехали, и я за главную. Я не знаю, как справиться с этим совсем. Извини, Ленни, но я на тренировке. Поговорим позже. Нет, пожалуйста, помоги мне сейчас, и я вообще не буду тебе больше звонить. Обещаю! Что ж, пожалуй, это перебор. Скажи, что там происходит. Так, подруги, деньги вы поделите, все понятно? Теперь это не деньги! Дорогая, проверишь? Сергей разрешил составить меню, и надо произвести впечатление. В слове меню нет буквы «У». Ты уверена? Это ведь французское слово. Мам, мне нехорошо. Ох! А, милая, ты отравилась? Нет, съела одного лишнего червяка. О, класс!
вас мой второй ролик. Спасибо, мам. Не за что. Хорошо. Лиза, что ты натворила? Извините, порошок от блох получился мощнее, чем я думала. У нас блохи? Отлично. Мама, у меня чулки сползают. Нет, мне буквально нужен этот лак. Посмотри на зализы. Но у меня начес проседает. Раз не умеете делиться, я заберу. Ой, кажется, это краска, не лак для волос. Посмотри на себя. Старшие, вы все взяли? Отлично, удачи, пока. Стой! Где подушка для розыгрышей? У меня нет времени на... Спасибо, мам! В яблочко! Ой, мам! Забыла, что моя очередь приносить обед для команды! Вот недоеденный банан. Просто срежь почерневшее. Парковка только для школьного автобуса. Бегу, офицер! Мэм, вы запарковались в зоне остановки. Ой, я совсем не заметила. Вы много чего не замечаете. Это ваш 50-й штраф. Ой, не может быть. Ну, конечно, я получала несколько, но... Ого! Мне так жаль, знаете, я развожу 11 детей и не всегда замечаю знаки. Эй, может, вы продаете календарики для финансовой помощи полиции? Да, продаем. А вы можете их себе позволить? Ведь вы должны городу по штрафным квитанциям 2000. Что? Я никогда не заплачу столько. Что ж, есть и другой вариант. Назначить мне общественные работы. Только позвоните мне теперь со своими календарями. Может, все не так плохо? Ох, это было недолго. Наверное, я могу отдохнуть. Уже день кончился. Даже жаль, что мне назначили всего день. Вам надо смотреть, как паркуетесь. И штраф составит... Я выбираю общественные работы. Подъем! Я не слышу вашего топота! Ты тоже, Линкольн? Фу, мам! Эта жилетка ужасна! Такую носят на общественных работах. Вот ведь! Опять загребли! Простите, дети, выписали еще один штраф. Поверьте, мне это нравится не больше, чем вам. Но ты должна постирать мою форму! А я не могу найти свою синюю тетрадь! И кто заплетет мне косички? А мне надо отполировать гроб для доклада в школе. Это всего один день. Уверена, вы и ваш папа сами справитесь со всем. Что ты сказала? Пока, хорошего дня. Ах, мне шоколадное и желудевое. Ах, еще один чудесный день. Что ж, малыш, это было приятно, но я уже хочу домой. Не хочу.